Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем, как обычно, о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект, как Utopia. В прошлой части мы познакомились, что это за компания, чем она вообще занимается. Сегодня продолжим это. Напомню, что Utopia — это продукт, основанный на свободе, анонимности и цензуре. Для безопасного общения, анонимных платежей и действительно бесплатного интернета без границ. Тотальная слежка, контроль информационных потоков и официальные обманы – это именно то, что Utopia призвана предотвратить. Когда мы используем Utopia, большой брат больше не наблюдает за нами. С Utopia мы можем обойти онлайн-цензуру и брандмауэры, а это значит, что мы можем свободно общаться с кем угодно и когда угодно. Свобода слова гарантирует экосистема Utopia. Невозможно определить и физическое местонахождение пользователя. Связь и данные не могут быть и перехвачены, и прочитаны третьими лицами. Все эти данные учетной записи хранятся на локальном устройстве пользователя Utopia, зашифрованном в файле. За последние 6 лет группа разработчиков, объединенных общей глобальной миссией, создала для нас этот совершенный и исключительный продукт. С помощью децентрализованной одноразовой системы Utopia, которая включает механизм глобального референдума без графических ограничений, мы можем быстро изменить и балансы сил и передать огромные ресурсы нашей планеты единой децентрализованной организации. Уже на данный момент мы можем скачать данные продукты, как мы видим, Windows 64-битный, ну, это рекомендуется, или 32-битный. Также поддерживается и на Mac, и на Linux. На сайте вы можете найти полезные ссылки, помощь при установке, порта поддержки, скачать пресс-пакет, а также увидеть уже готовые скриншоты данного продукта визуально, понять, как это выглядит, как это работает, и ознакомиться, прежде чем скачивать и устанавливать что-то себе на компьютер. Как мы видим, схоже с Телеграмом чем-то и даже со старой ICQ всеми любимыми. Также поддержка стикеров. Но самое главное, поддержанный встроенный кошелек, как мы видим на скрине. Самое главное — это безопасность и полная анонимность, что в современном мире довольно востребовательно на данный момент. Переходите на сайт, ознакомьтесь, скачивайте, пользуйтесь. Ну а на этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.